трясет и ревет, честно, не могу говорить. Как вы узнали о том, что произошло? Телевизор. Дома он позвонил, два слова сказал, успокой родителей, все хорошо, все. Приговорить не могу. Все. Пока ничего не знаю, сказала, прилечу, все расскажу. А если звонят, спрашивают, что случилось, что это, мы всех успокаиваем, что все хорошо. В принципе, у нас Дима хороший, стрессоустойчивый мальчик, за него всегда были спокойные, что в стрессовых ситуациях мы всегда делали все правильно. Поэтому молодец. Не боитесь его сейчас? Очень гордится. А? Сейчас не боитесь? Страшно. Очень страшно. Я по телевизору не слышал, дочь сказала, говорит, папа, так это Дима случилось. Ага. Страшно, тяжело. Какая у вас реакция? Смотрю, все нормально, вроде приземлился, слава Богу. Но. А до этого страх был, что вот у вас сын постоянно? Ну, как, постоянно. Раньше были какие-то ситуации подобные, что? С ним не было, не случало, дал Бог. Он давно уже летает? Лет 5 летает. Родственники поддерживают, друзья. Ну, я увидел, что это самолет приземлился неудачно. Потом позвонила мне дочь. И говорит, наверное, Дима там. Ну, потом узнали, фамилию сказали, что точно. Им сейчас всем героев хотят дать. Вы как к этому относитесь? Гордитесь? Ну, героев нет, конечно. Наверное, летчику можно было. Сын позвонил. Вначале дочь, потом сын. Успокойте меня. Я не могу говорить, извините. Так я же не пилот. Ну как, летели, сели. Все, эвакуировались, все нам, да. Птицы попали. Я вот такого знал. Сейчас вот такой стал и летает, все. Парень-то добрый, очень хороший. Мы зря его, что ли, учили? Он парень молодец. Это русский парень. Так что тут, ребята, надо путем все жить.